А кто-то, кстати, меня добавляет. Давайте попробуем. Так. Сейчас кого-нибудь добавлю. Так, а мне только Татьяна добавляет. Тань, принимай. Не подведи. Сейчас такая берет трубку, Таня. Только не говорите, что вы будете мне показывать вот это прекрасное черное полотно. Блин, не видно ничего. Короче, ничего не видно. Будем с вами только я, да мы с тобой. А мы уже в Краснодаре проснулись. Доброе утро. А что, у нас такая большая разница во времени с Краснодаром? Даже не знала, не может быть такого. Не хочешь обратно в блонд? Ну, да не особо. Ну, иногда бывает, проскальзывают мысли. Но, опять же, просто два разных образа. Мне и так хорошо. Просто так более спокойно. А с блондом так более... Ну, тоже не знаю, даже как ярко, что ли. Позвони соседке, которая с твоего подъезда. Кстати, как это так? Мы с тобой с одного подъезда. Почему ты не спишь? Самый главный вопрос. Что, встречаемся внизу на лавочке? Магадан, 10 утра. Доброе утро, Магадан. У нас в Германии сейчас час ночи. У вас сколько времени? Задает мне вопрос Лиана. Лианочка, у нас 2 часа ночи. Да, тебе так хорошо, темненько. Мерси. Да, ты красивая, очень классная, ты стильная личность. О, спасибо. Я люблю такие комплименты. Но у меня, кстати... А, нет, немножко не буду. Владивосток. Блин, у меня сейчас в Владивостоке моя любимая подружка Даша, которая сидит там беременная. Поехала к родителям. Но она просто живет сама в Македонии. Мы раньше с ней вместе в Китае учились. Но она родом из Владика. И она вышла замуж, короче, сейчас живет в Македонии. Забеременела, и вот они с мужем поехали, типа, к ее родителям. Она хочет дома родить. Ну и чтобы родители помогали. Так я хотела бы когда-нибудь попасть туда. Мне нужно в Лесной. Или как? Правильно вроде говорю? Нет, не помню. Она часто наговорила название своего дома или улицы. Ты умница, обожаю твой сложный характер. Блин, у меня что, сложный характер? Прикиньте, мне кажется, что у меня не такой же сложный характер. Мне кажется, наоборот, простой. Это даже плохо. Сколько бэти? Бэтики мои 2 годика уже. Так, ты синяя. Нет. Если... Вообще, прям идти куда-то бы я не хотела, но если бы я сейчас была с Юрочкой... то я бы выпила шампанского. Нет, вино не люблю, что-то не идет. Редко, когда мне нравится вино. Бетти Лапуля. Да, Бетти очень хорошенькая. Good dream. I'm not going to sleep right now. I have no idea when I'm going to fall asleep. I really want to, but I can't. I don't know why. Давай витамин D. Кому? Бетти? Ты скучаешь по кому? По кому-то определенному или вообще просто? Скучно ли мне? Я не скучаю, просто такая тихая атмосфера. Люди. Вы знаете, я очень спокойная, когда вокруг меня нет людей. Не то, что вокруг меня, да.
Когда я вижу людей, у меня сразу больше энергии. На английском. Что на английском? Кубаева 06, привет. Спокойной ночи, пока. Спокойной ночи, моя хорошая. Целую тебя. Я желаю тебе сладких снов. Такая же, как я. Что такая же, как... в этом плане, поняла. Сколько по времени учила английский? Тяжело было? Вы знаете, я просто училась с углублением английского языка изначально. Правда, это мне вообще не дало никаких знаний. Потом я поступила в университет и вообще не разговаривала с русскими вообще. Я дружила только с америкосами. Так и выучила. Прям принципиально. Спишь одна, я могу подъехать. Мне есть с кем спать. Таточка, я твоя поклонница. Спасибо, мне очень приятно. Смотрю на тебя, вижу себя. Почему, интересно? Что, как ты думаешь, что у нас схоже? О, Ванька, привет! Давай общий эфир. Так, подожди, как тебя добавить так же? Вань, кинь запрос, я плохо вижу, у меня зрение хреновое. Ванёк, ты еще тут? Во, кстати, ты, Вань, скажи, как мне лучше, с блондом или с темненьким? Хотя сейчас непонятно, сейчас я уже умылась, спать собираюсь. Я не могу тебя найти, я не вижу твой запрос. Так, все, по-моему, вижу. Нет, нет. Здесь только какой-то чувак странный. И все. Так, ладно. Я, короче, тоже пойду. Я не знаю, что я буду делать, если честно, но здесь я тоже как это тухлый батат лежу. Поэтому не хочу вам портить настроение. Все. Пожелайте мне спокойной ночи. И я пойду спать. Пока-пока.